Здравствуйте, товарищи! На «Авроре» передача «Право слова». Она сегодня объединена с выпуском «Часа военной истории», поскольку в мире проходит Третья мировая война. В гостях у нас финансовый аналитик, экономист Александр Валерьевич Лежава. Саша, добрый день. Здравствуйте, Алексей. Веду передачу я, Алексей Новицкий. Саша, помнишь те прекрасные учителя, которые пытались нас с тобой научить в английском языку в одной и той же школе в одно и то же время? Говорили, что, ребята, прекрасный английский язык, учите, будете читать Шекспира в оригинале. Помнишь? Было такое. Да. Но оказывается, прошло почти 50 лет с того момента прекрасного, что читать в оригинале надо не Шекспира, а сайт Международного валютного фонда. Тоже очень полезное чтение. Говорят злые языки, что Международный валютный фонд взял курс на создание неолиберализма с человеческим лицом. И для этого всем желающим предлагает подключиться к программе обнуление, прости господи за слово, их кредитов. Правду ли говорят или врут? Ну, на самом деле, интересно читать не только сайт Международного валютного фонда, но и сайты Всемирного банка, Организации Объединенных Наций. Там целая куча замечательных организаций. Опять же, Всемирный экономический форум, который в Давосе периодически собирается. Масса интересных материалов. В частности, например, глава Международного экономического форума в Давосе, Клаус Шваб, небезызвестный, написал книжку, которая называется «COVID-19. Global Reset», которую можно переводить как на русский язык «Global Reset» как «глобальная перезагрузка» или «глобальное обнуление», потому что «ресет» – это и то, и другое в переводе на русский язык. Так что для кого-то это будет перезагрузка, а для кого-то, скорее всего, будет обнуление. Для правящих слоев они попытаются провести перезагрузку, а для всех остальных это будет обнуление. Это будет переход к новому крепостному праву. Рассказывай, там же такие хорошие слова. Как же можно перейти к крепостному праву? Ну, на самом деле, перейти можно по-разному. Но здесь механизм, как представляется, будет предельно простой. Сейчас мир перегружен долгом. Это ни для кого не секрет. Все должны всем. Государства, банки, предприятия, физические лица. Все должны всем. Как это погасить? Расплатиться по этим долгам невозможно. Их можно как-то только ликвидировать. Вопрос только как и за чей счет. Значит, на текущий момент нет источников финансирования для перезапуска системы, для погашения долга. То есть должно быть принято какое-либо решение для того, чтобы это все дело обнулить. На текущий момент получается интересная ситуация. Как сказал один умный человек о деньгах: золото – это деньги королей, серебро – это деньги джентльменов, бартер – это деньги крестьян, долги – это деньги рабов. На сегодняшний день все те денежные суррогаты, а я по-другому не могу это назвать, которые используются, это фактически долги, это деньги рабов. Потому что все, что сейчас используется, и то, что многие рассматривают как свои сбережения, там акции, облигации, валюты, это все чей-то долг. Кто-то должен по этим обязательствам. Будут эти обязательства как-то покрываться? Вряд ли в полном объеме. Поэтому это вот одна часть баланса, скажем так. С другой стороны, есть масса народу, у кого эти долги есть, и которые хотят их обнулить тоже. Жалко, что не наступило конец света, как кто-то сказал, можно было долги не отдавать. Правильно, абсолютно прав. Но конец света пока не наступил, к счастью. И поэтому масса людей постарается как-то от них избавиться. Все зависит от того, каким путем это будет происходить. Если посмотреть на происходящее несколько шире, то, по сути, речь идет об обнулении социальных обязательств.
То есть власти хотят обнулить свои обязательства перед обществом. Это такая большая стратегическая задача. Значит, фактически речь идет о ликвидации среднего класса как такового. Потому что единственное, у кого есть какие-то еще сбережения остаются, это средний класс. Ты говоришь про всемирную ситуацию, а Россия просто идет в тренде. Это один из элементов, который... Глобальная ситуация. Да, да. Поскольку Россия также вшита в международную всю систему финансовую, экономическую, долговую, никакой разницы нет. Это просто один из элементов системы. Нас это будет касаться, поскольку это затронет интересы каждого, и все будет зависеть от того, есть у тебя долги, нет у тебя долгов, насколько это сильно по тебе ударит. У тебя может не быть долгов, но, например, уже возникает вопрос, откуда у вас деньги, чтобы налоги платить? Вопрос абсолютно логичный. И я думаю, что мы об этом поговорим чуть позже, потому что это целый комплекс мероприятий, с помощью которых решается вот эта вот проблема превращение, скажем так, более бедных или не имеющих власти слоев общества в слой новых крепостных. Что можно забрать у человека, у которого ничего нет? Вот, допустим, у тебя была какая-то валюта на счетах. Неважно, рубли, иностранная валюта. Что это такое? Это чье-то обязательство. Кредит. Как говорит тот же самый Банк России, билет Банка России и российский рубль – это обязательство Банка России. Но Центральный банк нигде не говорит, как и каким образом он будет погашать эти обязательства. Но не собирается их погашать. Поэтому, когда люди считают, что, имея акции, облигации и тому подобное, у них есть какие-то сбережения, они могут очень сильно в этом ошибаться. А деньги на счету – это те же акции, облигации? Или это что-то иное, принципиальное? Это то же самое. Принципиальной разницы нет. Потому что это... Извини. Это те же самые обязательства. Это обязательства Банка России или какого-то конкретного банка перед его вкладчиками. Будет он погашать, не будет он погашать, и чем он будет погашать – это очень большой вопрос. Скорее всего, погашения этого не будет. Но это не означает, что у... вот этих вот претензий по погашению долга не будет к обычному человеку. Вот посмотри, почувствуй разницу. Вот, допустим, у тебя есть, ну, скажем, 200 тысяч долга и, ну, скажем, 200 миллионов долга. Я понимаю разницу. Ты понимаешь разницу. Если 200 тысяч – это волнует тебя, то 200 миллионов тебя уже не волнует. Это уже проблема совершенно других. Это проблема тех, кому ты должен. Поэтому здесь ситуация предельно простая. Но основная это масса у нас людей. Это те, у кого долги сравнительно небольшие. И с них возврат потребуют. Смогут они расплатиться? Вряд ли. По той же самой простой причине. На сегодняшний день 72% российских домохозяйств сидит в долгах. Из них примерно четверть отдает на погашение своей задолженности там, в виде процентов, штрафов, пени, основных сумм кредита до 80% своей зарплаты. Расплатятся они когда-нибудь по своим долгам? Не расплатятся. А ведь здесь не прогнозировалось, здесь ставилась задача, что и не надо. Вот вспомним с тобой... Президент Нигерии, боюсь соврать, по-моему, да, он говорил, что как бы мы взяли 6 миллиардов в долг, отдали 36, и сейчас должны 16. Вспомним, опять же, да, падение социалистического лагеря. Единственный руководитель страны, который взял и вернул все-таки путем колоссальных напряжения румынской экономики, он же вернул деньги Чаушеску, он остался без долгов. Это был единственный, кого расстреляли. Месть... Чтобы никому не было, никому. Чтобы никому повадно было. Да. То же самое. И сама же рейгономика. Эта же идея была то, чтобы перевести людей на
схему работы с государствами. То есть, чтобы доить постоянно, не давать, чтобы вернули, а давать, чтобы все время доить. Все правильно. Но это мы живем на шарике, который, по сути, своей конечен. Кончился, да. Схема подошла к своему логическому завершению. Теперь надо что-то делать для того, чтобы поменять. Какие есть пути у должника для того, чтобы погасить свою задолженность? Ну, можно уничтожить кредитора. Но это чисто гипотетически и как самая крайняя форма, но и то, если ты уничтожишь одного кредитора, на его место придет другой, скорее всего. Поэтому, если не рассматривать таких, скажем так, революционных путей, ты достаточно ограничен. Ты можешь либо расплатиться по долгам, напрячь там свои силы, знакомых, там, привлечь какие-то средства. Там. Это первый путь. Второй путь – ты можешь попытаться пойти по пути рефинансирования долга. Поискать среди банков, где ниже процентная ставка, и за счет этого там уменьшить свою долговую нагрузку. Третье – это прийти в банк, сказать, что ты там… Банкрот. Не банкрот. Подождем пока насчет банкротства. Это отдельная тема. Прийти в банк, сказать, что ты хочешь реструктуризацию долга. То есть, тебе изменят процентную ставку, ты будешь дольше расплачиваться, но меньше платить в моменте. А в России, да, есть такой механизм, как банкротство физических лиц, но если ты внимательно почитаешь документы, ты поймешь то, что это формально называется банкротством, но реально никакого банкротства нет. Это жесткая реструктуризация. И когда ты хочешь пройти процедуру банкротства, тебе нужно порядка 100 тысяч рублей для того, чтобы оплатить затраты управляющего, который будет заниматься тобой и так далее. Ну, вот ты приходишь в суд и говоришь, да, вот я хочу пройти эту процедуру. На что тебе судья задает совершенно простой логичный вопрос. Мил человек, ты 100 тысяч рублей нашел на то, чтобы пройти банкротство, а почему ты не хочешь ими погасить долги? И если посмотришь, там масса оговорок, и фактически это жесткая реструктуризация. Ну и есть еще один путь, это пойти, допустим, в благотворительный фонд, например, в благотворительный фонд «Крепкие руки» и попросить, чтобы благотворительная организация тебе помогла уменьшить твою долговую нагрузку. И все. Других путей нет. Теперь то, что вот в рамках этой программы предлагается, рассматривается совершенно иной вариант. Мы говорим о программе Международного валютного фонда. Да. Теперь предлагает совершенно иной вариант. Он говорит, ребята... Как называется документ, я сразу уточню. Там на самом деле целая серия документов. Это выступление Кристалины Георгиевой и в, если мне память не изменяет, и в июне, и в октябре. Там целый ряд документов на самом деле. Вот. Они все немножко о разном, но все в одном едином ключе идут. И если мы там вспомним, это, в принципе, уже обкатывалось за границей в рамках там программ помощи малому бизнесу там в Штатах, в Европе, когда говорилось то, что вот, ребят, если вы потратите там, мы вам дадим $1000, если вы 60% из них потратите на оплату своих сотрудников и не будете их увольнять, то мы вам эти долги там через какое-то время скостим. Там через полгода, через год, там в зависимости. Кстати, многие в Штатах просто получили деньги вот на этот период. Совершенно верно. Понятно, что они ничем не обеспечены. То есть, модель обкатывается, и здесь возникает один интересный вопрос. Они говорят, да, ребята, мы готовы вам простить долги, но при соблюдении определенных условий. Вы будете получать, как они называют, универсальный базовый доход. О чем у нас, кстати, сейчас в государстве говорится? Совершенно... Ну, это лишний раз подтверждает, что мы просто идем в общем... Общим курсом, что называется. Да, но если там универсальный базовый доход один, то у нас, по-моему, где-то я слышу, что звучит цифра порядка $1000 в год. Ну, у них $1000 в месяц, скажем, называется. Да. Там у нас... Ну, периферия, ну, что сделаешь, папуасы, да. Сколько мы там средний класс? 17 тысяч? Да. Вот, поэтому... Ну, очень средний. Очень средний, но... Этого считаю, что достаточно. И здесь получается, что да, тебе будут платить определенную сумму, но ты обязан там соблюдать определенные требования, те, которые тебе будут
приказывать твой финансист, там, включая обязательную вакцинацию в 2019 году, в 2021 году, соблюдение определенных требований, там, не выходить, носить, ну и так далее. Кстати, насколько я понимаю, если я правильно понял, я плохо английский учил, там идет надпись COVID-19, что мы знаем, и COVID-21. То есть, они не только это не вакцинация в 2021 году, это вакцинация от того вида ковида, который совершенно неожиданно появится в 2021 году. От чего-то, что будет в будущем. Да. Поэтому вопрос о том, какую вакцину, от чего и зачем будут колоть, вопрос открытый. Как это? Вот. То есть... Помнишь, в нашем детстве, да, было садистские частушки? Дети в подвале играли в ковид, дворник был чипирован, а потом привит. А теперь дяди с Уолл-стрита играют в ковид. Ну, вот то же самое. Но фактически предлагается что? Тебе говорят, да, мы тебя простим долги, но ты будешь обязан выполнять определенные требования страны-государства. Ты отказываешься от собственности, ты проходишь обязательные программы там, медицинского, там, обязательной вакцинации, ты получаешь определенную копейку. Исключительно из заботы о твоем здоровье. Из заботы о тебе. Да. Старший брат заботится о тебе. Совершенно большой брат. Да. Вот. То есть, получается, что при соблюдении условий ты это можешь сделать. Но если так посмотреть на эту красивую историю немножко иначе, по сути, человеку, у которого ничего нет, предлагают забрать будущее. То есть, ему предлагают отказаться от своего будущего и будущего его там, детей и внуков за небольшую компенсацию. А почему от детей и внуков? А кто сказал, что человек, который переходит на эту вот универсальную программу универсального базового дохода, не будет потом, и его там все последующие члены семьи не будут следовать этой программе? Этого, об этом речи нет. Фактически, если мы, скажем так, посмотрим немножко в историю нашей страны, давным-давно, в средние века еще, на Руси были так называемые закупы. Это слой крестьян, которые кому-то задолжали, а потом трудились на своего кредитора. Когда они отрабатывали свои долги, они опять становились свободными крестьянами и могли там заниматься, чем хотели. Но здесь-то получается, что да, ты свои долги отдал, но и лишился всего. Ты становишься, по сути, функцией вещи, если так вот задуматься. Потому что ты сегодня живешь в одной квартире, кредитор говорит, не, я считаю, что тебя нужно переехать из Москвы, допустим, из Сокольников, куда-нибудь за полярный круг, потому что я считаю, что там ты нужнее. Нашему делу. Да. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. И там как раз есть прекрасная комнатка в 6 метров. Да. А сюда мы найдем кого поселить. Значительно более нужного человека, чем ты. Потому что этот человек, который получает универсальный базовый доход, он становится, по сути, обузой для государства или для кредитора. И кредитор получает возможность сделать с ним все, что считает нужным. Картинка-то вот такая получается. Причем это на первый этап тебе говорят то, что да, вот ты соблюдаешь определенные требования, там, допустим, носишь маску, проходишь вакцинацию там, ежегодно, ежедневно, там, от того, от сего, от пятого, от десятого, там, не отходишь там, дальше 2 километра от своего дома. А вот если ты нарушишь, то мы тебя за это накажем. Мы снимем тебя с кормления. И что ты будешь делать дальше, совершенно непонятно. Потому что мы можем вспомнить о всех твоих долгах, которые накопились. Плюс те, которые накопятся еще за эти годы. Ты же не отдавал деньги. Ты же не отдавал ничего. Мы тебе их простили пока.
И все. Но в гуманном средневековом российском обществе, ведь, насколько я помню, там даже один раз в сколько-то лет должникам прощали долги. Ну, если мне память не изменяет, это скорее было в Библии, когда там раз в 50 лет, год юбилея, год малого юбилея в 25 лет. Так что это скорее Библия. Ну, может, мы тоже жили по библейским заповедям, до Никонианской реформы. Вполне возможно. Вот. Но было так. Поэтому как вот перевести человека в это вот состояние нового крепостного права? Да элементарно. Существует два основных пути. Это либо силой, когда приходят вооруженные люди, тебе там кладут, извините, физиономии в пол и говорят, что все. А утюг в другое место. Ну, утюг, паяльник, это кому что больше нравится. Вот. Либо чисто тихо, мирно, это просто покупается. Ты продаешь свою будущую свободу и свободу своих детей за вот эту вот скромную компенсацию. Для того, чтобы ты лучше понимал, сколько на сегодня накоплено долгов российскими домохозяйствами в общем. Там на каждую семью приходится порядка 375 тысяч, если мне память не изменяет. А в целом у нас накоплено 19,9 триллионов рублей. Это вот то, что должны наши соотечественники, сограждане и так далее. Ну вот Михаил Леонидович Хазин в какой-то из своих, выступлений говорил, что в Соединенных Штатах, если брать в привязке к годовому доходу, примерно 130% среднегодового дохода, средний долг домохозяйств. Ну, как, в принципе, каждый может прикинуть на свой доход, да, что такое 370 тысяч, средняя цифра. Ну вот смотри, если мы исходим из того, что средняя зарплата у нас в стране порядка 50 тысяч, чуть меньше, там 48 с копейками, то за год ты можешь заработать 600 тысяч. Ну это средняя, да, может, медианную надо брать какую-то. И здесь средний долг домохозяйства 375 тысяч. Но то есть у тебя долг уже превышает половину годового дохода. Средним по стране. Да. А другой момент, который тоже немаловажен. 375 тысяч и 600 тысяч – это две разные суммы принципиально, потому что у тебя из этих 600 тысяч за вычетом налогов, расходов обязательных остается в лучшем случае от 5 до 10 копеек с рубля. Да и то это если повезло. Если повезло, если да. То есть у тебя получается, что сумма долга, которая у тебя накоплен, он существенно превышает твои возможности расплатиться. Что делать в этой ситуации? Я знал несколько предпринимателей, замечательных людей, которые занимались реальным сектором, которые просто ушли из жизни под тяжестью кредитов. Добровольно. Это были достойные люди. 10-12 год в основном, вот, когда дошел, видимо, после удара 2008 года, спад, когда они в реальном секторе ничего уже не стали мочь, то есть ты берешь кредит под производство, а ты не можешь ничего сделать, и твой долг растет, 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 растет. Еще с человеком иногда можно договориться, а с банком-то договориться сложнее. Ну, на самом деле и с банком можно договориться, правда, надо договариваться правильно. Вот одна из проблем, с которой мне приходилось сталкиваться, это то, что значительная часть нашего населения, она просто, скажем так, экономически недостаточно грамотная. И не умеет читать мелкие буквы? А дело даже не в этом. А у этой части населения детский подход к жизни. Потому что люди зачастую не понимают элементарных вещей. Чем кредитная линия отличается от кредита? Они не умеют составлять своего, что называется, баланса домохозяйства. То есть они не понимают элементарной экономики. Они исходят из того, что, о, классно, дают деньги, и слава богу. Кто-то дал, вот я их потрачу. И потом эти деньги тратятся на то, чтобы съездить в такси, поесть там в какой-нибудь харчевне, еще на что-то. Отдохнуть съездить. Ну, отдохнуть съездить, да, но... Не на материальное производство. Ну, совершенно верно. То есть, это деньги, которые потом отдать они не смогут.
В нормальной ситуации, когда экономика развивается, кредиты можно взять, когда у тебя постоянная зарплата, какие-то там те, у тебя возникают вопросы с перекредитовкой, там локальные разрывы. Овердрафт какой-нибудь, да. Это можно решить, когда ты понимаешь, из чего ты это будешь гасить. Но когда у тебя экономика сокращается, сжимается, за счет чего они будут оплачивать это все? И совершенно неудивительно, что вот, например, в этом году, там, в июне, в июле, резко начали расти невозвраты по кредитам. Людям нечем отдавать. Причем рост там порядка 100-120%, там, в зависимости от вида кредитов, которые предоставлялись. За счет чего? Кому-то можно решить эту проблему за счет того, что просто научить и заставить просто человека более жестко подходить к своим тратам, составлять жестко бюджет, но это нужна сила воли внутренняя, а у значительной части этого нет. Они потратили, махнули рукой, и есть так есть. Совершенно неудивительно, что в этой обстановке, например, растет количество тех невозвратных кредитов, безнадежных долгов, которые продаются всяким коллекторам, те же самые банки продают. По прошлому году было продано больше, чем на 300 миллиардов долгов. А коллекторы и организации, которые занимаются востребованием их, заплатили за эти 300 миллиардов меньше 3%, 2,6% от общей суммы, там порядка 8 миллиардов. То есть эти все люди, они должны. И они не расплатятся никогда. А здесь предлагается очень красивое решение. Да, мы вам простим долги, но при соблюдении определенных условий. А дальше получается, что все те поколения, которые будут идти дальше, они тоже будут вынуждены следовать этому курсу. Потому что... Если эти поколения будут. Ну, если им в рамках прививок не вколят что-нибудь такое, что... Ну, есть мнение, что это бинарное оружие. Вторая часть... Я не являюсь специалистом, но просто есть такое мнение, что это бинарное оружие, и вторая часть этого оружия запускается вакцинацией. Мне трудно судить. Мне тоже. Я не знаю этих деталей. Может быть так, может быть нет. Я не микробиолог, не бактериолог, поэтому не врач, поэтому я смотрю на это с чисто экономической точки зрения. Вот. И на текущий момент происходит, на мой взгляд, обкатка методик, как это делать дальше, как вот внедрять это все в жизнь, в нашу повседневную. Методы, на мой взгляд, достаточно простые, и тот же самый путь, по которому сейчас вот велик глобального обнуления, это все вот оно идет в одном направлении. И та же самая цифровизация – это одно из направлений, которые, с помощью которого эта задача будет решаться. Если ты вспомнишь, где-то лет 10 назад Сергей Иванов произнес замечательную фразу: «Люди – это новая нефть». Наверное, он имел в виду, что каждое основное богатство страны – это люди. Ты абсолютно прав. Это произносилось несколько в ином контексте. Говорилось о том, что вот типа научный потенциал, учебный потенциал, то, что вот люди – это новая нефть, это вот надо развивать. Но что мы видим на практике? Если так вот посмотреть, удаленное обучение вводится. Как ты считаешь, улучшит это качество образования? Мы-то думали, что с пола упасть нельзя. Оказывается, да, еще можно в подвал. Оказывается, можно. Да. То есть это уже даже удар не по текущему поколению, по нескольким поколениям вперед. То есть это вот все делается в рамках именно, на мой взгляд, именно вот этой вот программы обнуления и введения нового крепостничества. Задача предельно простая – оставить два слоя. Если раньше было, скажем так,
назовем это буржуазия, средний слой и, как назовем, трудящиеся. Ну, средний слой тоже трудящимся. Трудящиеся, да. Мелкая буржуазия, средняя буржуазия, мелкая буржуазия. Вот. Скорее, да. То сейчас задача свести их к двум слоям. Это аристократия, которая правит, и все остальное. То есть крепостные, которые могут быть посланы куда угодно, и с ними можно делать все, что угодно, все, что вздумается. И в рамках действующего законодательства. Ну, закон, что дышло, это же известное, да? Правильно. Вот, поэтому сделать это можно как? В рамках... Сделать это можно как? По-разному. Но в рамках цифровизации это сделать просто. Потому что человек оказывается полностью под контролем. Это цифровые паспорта, камеры на улицах, это цифровая валюта, которую, например, предлагает Центральный банк. Я не знаю, видел ты, не видел, совершенно замечательный документ по своей глубине, который называется «Цифровой рубль», совершенно на днях появился, который опубликовал Банк России. Я не читал, я его, я слышал про него. Вот. То есть, это вот все идет в одну, скажем так. Потом у тебя идет контроль идентификационный, самый разнообразный. Это QR-коды, это контроль за передвижением, это контроль за тем, что носишь ты маску, не носишь ты маску, хотя эффективность ее... Да, это не по медицине, говоря, да, да. Сомнительно. А система тепловизионного контроля, который там устанавливается там, в аэропортах, в метро, там, на каждом углу ставится. Поэтому что еще впереди? Ну, чипизация населения. Об этом уже заикаются. Но если ты следуешь программе общей универсального базового дохода и поддерживаешь генеральную линию партии, тебе скажут в какой-то момент, да, необходимо воткнуть чип. Откажешься, не откажешься. А твой ребенок, который не получает качественное образование, он сможет отказаться? Тоже не сможет. Как у Крапивина в «Гуси-гуси, га-га-га». Ну вот. Да, с прививкой в детстве водился, ну, условно говоря, QR-код. Да. Который специальным образом регистрировался, все. Ну, индекс. По да. сути, вот получается именно такое. Потом очень интересный момент, что касается вот этой вот, скажем так, этого года. Это программа по фактически разобщению общества. Если ты обратил внимание, студенты, школьники переведены на удаленное обучение. Причем непонятно, почему, допустим, школьник 5 класса он инфекцию не переносит, а 6 вдруг стал переносить. Ну, какой-то критерий должен быть, вот. Да. Ну, такой выбрали пока такой. Затем трудящиеся, удаленные места работы, пенсионеры. У них просто отобрали... Ненужные просто, да, они просто ненужные. У них просто отобрали... Второй этап пенсионной реформы, да. Вот. Мало того, в рамках этих самых усиления людей из автобусов выкидывают. Ты, наверное, слышал да. об этой истории. Ну, это уже из этого самого эффект исполнителя, но он... По уставу правильно стрелял. Совершенно верно. Но все это делается в рамках общей концепции. Да, конечно. И здесь, там, например, тоже вот те же самые автомобилисты. Надо было получать цифровые пропуска, надо было на основании каких таких законов. Это в Конституции есть? Нету. Это на основании некоего там документа о какой-то повышенной готовности. Повышенной готовности к чему? И все это страх, 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 страх. Совершенно верно. Который отключает мозги. Хотя тот же самый Клаус Шваб, небезызвестный, о котором мы говорили в самом начале, учредитель этого Международного экономического форума в своей работе пишет, что история с это вот болячка, коронавирус, это наименее опасная эпидемия за 2000 лет. Он этого и не скрывает. И здесь возникает один принципиальный момент. Как вот общество могло бы охарактеризовать эту ситуацию? Наверное, лучше всего здесь можно было бы привести слова немецкого пастора, который сказал,
как-то. Они там в разных вариациях, но смысл такой, когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, ведь я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал, ведь я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными деятелями, я тоже молчал, потому что я не был профсоюзником. Когда они пришли за мной, уже не было никого, кто мог бы выступить заступиться за меня. Ситуация вот точно такая же, на мой взгляд. Поэтому говорить о том, что перспективы светлые, я бы не стал. Может возникнуть один очень интересный вопрос, поскольку основная масса, наверное, аудитории, которая слушает нас, это люди, скажем так, среднего достатка, у кого есть какие-то сбережения. Ну, они, я думаю, в большинстве случаев ушли за эти 6 месяцев. Может, если что-то осталось, то имитация каких-то сбережений. Те, кто остался, по крайней мере. Вот, у них может возникнуть вопрос, что делать в этой ситуации. Потому что акции, облигации, валюты, криптовалюты, какие бы они ни были, это все не спасает. Недвижимость в нынешних условиях, когда население сокращается, абуза. Строят еще больше, плюс налоговое бремя растет. Абуза. Поэтому вкладываться во все эти инструменты бессмысленно. Но поскольку они люди умные, они прекрасно понимают, что выбор у них не богат, а инструментов для того, чтобы защищать сбережения, остается очень немного. Но они сами понимают, какие-то инструменты. Вот. Я думаю, не стоит их упоминать. Вот. Так что ситуация, к сожалению, не очень хорошо развивается для всех нас. Постараются средний класс выдавить, и если он не будет ничего предпринимать, то удастся. Что может один человек? Плохо одному, один не воин. Каждый дюжин ему господин, и даже слабый, если двое. Я вижу, единственный путь – это объединяться, объединять усилия. Начать с советов дома? Ну, типа того, да. Потому что выжить можно только вместе. Ты знаешь, наверное, я бы так сказал. Ну, выжить можно только вместе, надо объединять усилия. Но здесь вот в этот момент мне вспомнилась замечательная фраза, которую произнес Высоцкий в фильме, в спектакле «Интервенция». Вот когда он там разговаривал со своей коллегой, он там говорил: следователь сначала будет ласков, он предложит папиросу, потом предложит жизнь. Папиросу можно взять, а от жизни придется отказаться. Жандармы не особо разбираются в философии, но они изобретательны в другом. Поэтому выбор за каждым из нас, из вас. Но решить мы эту проблему можем только вместе. А закончить я бы хотел, знаешь, какими словами? Опять же, из известного фильма, из того же самого «С легким паром». Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому, если у вас нет жены. Ну и так далее. А я добавлю фразу из манифеста коммунистической партии. Имеет значение только железная поступь батальонов пролетариата. Ну, если уж говорить об этом, то остается только добавить: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да, трудящиеся всех стран. Да. Соединяйтесь. Соединяйтесь. Иначе нам удачи не видать. Спасибо. Люди, спасибо. Будьте бдительны. Точно. Thank you.
присягу государственной власти.